Когда поворачиваем молоток от деления к другому, немножко делаем напряжение в конце. Подтягиваем. Медленно поворачиваем обратно направление. Слегка растягиваем шею. Одновременно немножко поворачиваем. Делать ласково без особых усилий. И тянется человечек. И вот как тянется, мы ему помогаем и носим. Расскажи о своих ощущениях. Все стало вместе. Понятно. Боль прошла. Шея тянется. Ротом какой-то. Застрял песок. Но во всех случаях тяжести уже никакой нет. Для этого невозможно было. Надо вернуть. Осталось боль только здесь. Сзади. Возьми с этой стороны, Паша. Пусть стоит так, наверное.